Законодательное собрание в двух чтениях одобрило изменения в закон о многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке. Они были инициированы губернатором Игорем Рудений. Таким образом, законопроект приводится в соответствии с указом главы государства. Поправки закрепляют представление мер поддержки многодетным семьям, старшие дети, в которых достигли совершеннолетия, но фактически в силу прохождения обучения по очной форме не работают, самостоятельного заработка они не имеют и обеспечиваются за счет родителей, продолжающих также содержать младших и несовершеннолетних детей. Это касается огромной части многодетных семей. Нам сейчас нужно будет, и на это запланированы средства, выдать удостоверение соответствующего образца тем, кто этот статус утратил. Это касается порядка 3000 семей, и средства, которые выделены сейчас, обеспечат все эти семьи получением соответствующих удостоверений, на основании которых мерами социальной поддержки будут продолжать, пользоваться наши многодетные семьи.